И к теме детского оздоровительного отдыха. В этом году изменился порядок получения сертификата. Об этом рассказали в правительстве области. Раньше путевку в лагерь оформляли уже с сертификатом на руках. Теперь наоборот. Сейчас родитель, когда выбирает лагерь из установленного перечня, следующий его шаг, он заключает договор с этим лагерем, а потом уже, собственно, идет за сертификатом. Для получения сертификата нужно обратиться с документами в органы местного самоуправления или отдел соцзащиты. В этом году родители на выбор приносят либо справку из школы, либо о составе семьи. Список организаций, на отдых которых выдают сертификаты, появится 15 апреля. Тогда же стартует прием заявления на первую смену. Всего же этим летом в стационарных лагерях и на школьных площадках отдохнут 57 тысяч детей из Архангельской области. В Северодвинске уже бронируют путевки в лагеря «Северный Артек», что в Холмогорском районе, и «Лесная Поляна» в Мирном. Детей из малообеспеченных семей и трудных подростков там примут бесплатно.